Итак, сейчас я вам покажу, как правильно убивать босса. То есть, как через текстуру можно убить мстителя. Все думают, что это сложно и так далее. Смотрите, пока я буду хиляться, покажу вам. У нас в инвентаре, так, 600, 900 патронов, пятерок и 411 патронов, семерки. То есть мы будем его убивать из 1000 патронов. Но у нас цель использовать все пятерки, дабы убить мстителя. Я слышал, что многие говорят, что надо 1500 патронов и так далее. Смотрите, есть два варианта, как можно убить мстителя. Вот, садитесь здесь и вот так. Ну, здесь, конечно, четверка или восьмерка будет лучше. Но я вам покажу другой вариант, который самый лучший, самый изи, который можно легко убить данного босса. То есть мы будем сейчас через текстуру убивать его. Не будем его багать и так далее. Не будем его забаговать, а убьем просто через текстуру. Так, смотрим сначала вот так. И у нас вот он стоит. И берем берданочку. Вот он вот так. И вот так. Таким образом мы и убиваем его. То есть он на нас не агрится, а мы его убиваем. Так. Так, сломалось у нас. Ладно. И все. Так, выпал у нас алмаз, кубик и всякая ерунда. Ну вот так вот. Таким образом можно убить босса. То есть вот сюда заходите, да? Просто зашли сюда, смотрите, раз, и через текстуру. К примеру, возьмем вон то дерево, да? Вон то дерево. К примеру, вот так, да? Все. Видите? Дерева уже нету. То есть можно через текстуру уже стрелять. Ну вот и все. Если вам понравилось, поставь лайк. Подпишись, если все еще не подписан. И напиши в комментариях, хочешь ли ты узнать, что у меня открыто по крафту. Стоит ли мне делать видео отдельное для этого.